Добрый вечер всем любителям футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартаковец», где в рамках заключительного 26-го тура чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А встречаются команда «Родина» 2006 года рождения и команда «Зеленоград». Удар в угол голкипера, но Макар Янченков до последнего следил за тем, куда будет направлен мяч с этого штрафного удара. Вот так же Магазиев получает мяч. Классное смещение центрального полузащитника на фланг. Подача. Гребян в дальний угол. Бьет. Есть первый удар. Створ в исполнении Артура. Основной нападающий Родины в первом круге. Сейчас Зеленоград получает отличный момент. И это уже Имидадзе. Смещает центр. Мяч под левой. И можно попробовать пробить. Бьет Николай. И отличный удар. Но вот пока мяч поднять не удается, при этом все равно дело доходит до удара. Нужно возвращаться назад. Смещение Олега Цымбалистова. И пенальти. Через паузу все-таки указывает на 11-метровую отметку. Сбегается Имидадзе и разводит Янченкова. И мяч по разным углам, забивая свой 20-й гол в сезоне. Видели мы подачу в исполнении Дмитрия Фатахова. Удар издали. И справляется Макар Янченков с этим ударом. Сейчас пытается выжать максимум из того состава, что выбрал на игру наставник команды. Возможность увеличения счета в пользу гостей, но с близкого расстояния. Воробьев. Удар с близкого расстояния. Мега-сейв Янченкова. Какое спасение вратаря. Спасает он свою команду от 0-2. Подача. И устремлял. Был мяч на ближней штангу. И после скидка уже на дальнюю. Какой отличный момент сейчас имели футболисты Родины для того, чтобы сравнять счет. Но здесь даже нет попытки удара поворотом. Выносит мяч за боковую и звучит финальный свисток. Зеленоград празднует минимальный успех.